Суть акции – научить клиентов пользоваться мобильными сервисами компании. Например, как правильно пройти регистрацию или быстро и правильно подать заявление. Она направлена на разъяснение, значит, нашим потребителям информации доведения о пользовании личным кабинетом, о пользовании мобильным приложением, о возможностях вот, непосредственно удаленного взаимоотношения с «Газпром Энергосбыт Тюмень». За последний год количество пользователей мобильным приложением увеличилось на 13%. Растет и число тех, кто пользуется личным кабинетом на сайте компании. Если раньше клиентам приходилось каждый раз посещать офис компании, то сейчас достаточно просто зайти в свой телефон и оформить все необходимые платежи за 5 минут. От мобильного приложения есть и другие плюсы. Прежде всего, вы оперативно получаете информацию непосредственно от «Газпрома Энергосбыт Тюмень». Вы можете настроить себе подписки, получать платежные документы в электронном виде. Как только они сформировались, они у вас сразу же появились. Второй момент, значит, вы можете передавать показания приборов учета. Третий момент, вы можете производить оплату. Задаваемые клиентами вопросы самые разные. Как подать заявку, внести показания приборов и где найти полученные электронные документы? По словам Валерия, сложности возникают в основном у жителей старшего возраста. И многие из них стремятся поподробнее узнать о приложении. Обратиться за помощью жители города могут в любое отделение компании, где сотрудники не только расскажут, но и покажут каждый шаг. Также помогут и зарегистрироваться. Заходим в личный кабинет клиента. Для частных лиц. Выбираем вкладочку «Зарегистрироваться». Указываем номер лицевого счета. Он состоит из 10 цифр. Указывается в договоре, либо в платежном документе. Далее фамилию владельца лицевого счета. Если нет возможности прийти в офис, можно позвонить на горячую линию. Ее номер вы сейчас видите на экране. Екатерина Балакина, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».